Привет всем! Снова Игорь. Вот он. Вот он, долгожданный Глисбаус симулятор 2014. Как же я долго ждал. Меня просто эмоции переполняют. Первый раз еще говорю, вау, что это? Мы видим какие-то строительные работы. Я только зашел в игру. И будем вместе с вами ее, как обычно, изучать. Это уже 71-й у меня симулятор. Наверное, вот на этом мы будем. Железнодорожном сооружении. Поезд или что это, я не знаю. Сейчас будем разбираться. Настройки, естественно, я на максимальные настроил. Ну что, могу подтвердить, лишь бы запись не выключилась. Вот, видите, все, я не знаю, как тут больше максимум что-то настроить. Так, подтвердил. Теперь все. Вау! Вы посмотрите, фотография из реальности похожа. Вон, смотрите, вдаль, вон, особенно на рельсы, обратите внимание, справа. В лес уходит, так там вообще прикол, красотища. Так, 71%, все, я не могу дождаться. Сейчас начнется этого. Я так долго ждал, что мне эмоции просто переполняют. Наконец-то один человечек. Так, ладно, не будем. Я хотел не то, что-то не то начал говорить. В общем, я приобрел эту игру. И все, на этом точка. Не будем уточнять детали. Так, долго ждал и приобрел наконец-то. Так, что это? О, человечек. О, вот он аппарат. Все, сейчас будем разбираться. Наконец-то я так долго ждал. Что за человечек? А как ходить? О! Ходить мы научились. Нет, а что это? Так, все. Как бы сесть, сейчас будем разбираться. Я ничего не понимаю. В немецком я вообще. Ну ладно, будем говорить прямо. Ну, полный нуб. Так, ну что тут? Если в английском еще более... Так и сяк, так говорится. То в немецком-то я вообще... Не бум-бум. Ой, что это? Миссия рестарт. Нет, нет, как вернуться? Здрасте, приехали. Вот это и называется приехали. Там было вообще-то написано Mission Neo Restart. То есть не рестарт, как я понял, а на рестарт. Рестартанулась. И с кем не выходилось из этой. Из меню. Лучше, значит, меню вообще не доходить. Значит, не выйти, походу. Извиняюсь за это. Ну ничего, я так долго ждал, что можно и потерпеть. Это 11. Так, опять все заново. 12 человечек. Так, ну, наверное, тут типа сесть. Поезд. Так, вот это лучше не нажимать. Что-то я ничего не понимаю. Мы сядем сегодня в поезд? Ну, давай, давай. Опа, я нашел эту кнопку. Кнопочку нашел. Что-то у меня с задержками идет. Симулятор. Вроде Core i7, NVIDIA 560T, а толка. Ну все на максимум. Так, ну что, поехали? Поехали. Тронулись. А как? Подождите, а виды можно менять? Можно. Я офигеть. О, как мне это все нравится, я обожаю. Вы видели, у меня уж 71 симулятор. А графика ничего так. Музыка. Я офигею, ребята. По-моему, симулятор 30. Ну что, как тут на кнопочке, да? А музыка какая потрясающая. Способствует работе. Подождите, куда мы тронулись-то вообще? Надо же, я уже зашел в кабину, даже сам не ожидал. Да, симулятор прикольный, еще даже нет. Ну, можно на другие, наверное, пересесть. А вот они, собственно, все. Давайте хоть что-нибудь сделаем. Рельсы попилить, например. Вот это уже пила. Как вы выйти нам еще? Ну все, поехали. Опять нифига не знаю. Все кнопки нажимать придется. Да, я понимаю, что делать. Да, ездить. Ой. Не сигнал. О, щетки даже научились делать. Ну-ка в кабину снова. Дождь типа пойдет. Где щетки? О, кран. Ё, я нашел кнопочку. Смотрите. Он перепрыгнул уже.
Смотрите. Во. Вот. Во. О. Фига, я говорю, если долго мучиться, что не получится всегда так. Помните эту фразу. Водитель уже перепрыгнул. Это уже что-то. Сейчас что-нибудь разберемся. Блин, я не понимаю ничего. Как вообще выпрыгнуть из этого поезда? Я хочу порудовать, он пилует. Он не выпрыгивает. Если я Escape нажму, меня перезагрузится полностью. А кстати, это, наверное, и будет выход. Потому что я уже все перенажимал, он как сидел, так и сидел. А как повернуть вообще кран? Это? Это я прыжок нашел. Может покинуть можно? Да. Если я нашел прыжок. Ну здрасте, все, приехали. Эскейп должен отменять все это. А, вот, Зюрюк. Зюрюк. О, мы завели эти. Так, перепрыгнуть, наверное, да. Вот. Каким-то макаром уже выкидываем. Посредством мы, к сожалению, никак не можем. Блин, я уже все, я не знаю. О, вышел. Я просто хотел перезагрузить. О, давай, бери. Здрасте. Бери. Да бери ты пилу. Тупой рабочий. Он ничего не хочет делать нормально. Как он ходит, я вообще не... А, вот она где как ходит. О, все понял. Ну, поняла, как выходить. Все, разобрался. Здорово, за сколько минут я опять разобрался в этом симуляторе? Я обычно так, на всех симуляторах немецких. Просто так не разберешься. Ой. Нет, нет, Зюрюк, вернуться. Вот, мы уже вернулся в Новосиликов. Сейчас подбирать, идем, научимся. Нет, я должен вот туда пройти сначала. А, нет, это заход. А, вот, вот как я зашел сейчас. О, ес, я все понял, я наконец-то понял. А, вот, вот ходить. Да, попробуй разберись. Наверное, все так попробуют. О! Так если я сейчас спину смогу, я посюда приехал. Смотрите, мы приступили к спину. Это чем? Чё к чему делаем вообще не понимаю. Мы приступили к спину. А интересно, вот я снимал там на камеру, есть какой-то аппарат, который... То есть аппарат был. Так, ну и что толку, что я распилил тут, да, распилил. Не аппарат, говорю, а есть такая штуковина, это... Я снимал на камеру, видели, на сайте, там она едет, и щебень у него, такое колесо, как мельница. И щебень загружает другим поезду рядом, проходящим вагоны. Вот такое. Ну что теперь? Скрушения было. Ну ему хоть бы что. Вон он приехал. Давайте его доедем. Не, ну ничего так симулятор. Сколько же симулятор? У меня вообще было слышно, у меня кажется микрофон за километр. Ну, наверное, еще на всю тут вот вам. Надеюсь, меня было слышно. Я громко вроде сегодня разговариваю. Как кран, кстати, двигать? Так, перепрыгивает. Да, на эту кнопочку. Так, этому научились. Как его двигать?
поворачивать, я имею в виду. По-любому он должен поворачиваться, не только. Ну это понятно, что ерунда. Наверняка есть кнопочка. О, нет, так это вот как делать. Все легко и просто оказалось. Нифига, сколько мне времени потребовалось, я с ума схожу. Так, ну-ка, а если я буду из кабины вид? Подождите, как там в кабине-то? А, да подождите, как? Кабина? Что такое, уже в кабину я потерял? А, вот. Так, где я? Где экран? Что происходит вообще? Не знаю. Так, и подожди, как? А, вот. Во, все легко и просто. Во. Так, а как вниз? Вот. А, да, он. Ну хотя бы так. Что это за фигня? Ну примерно так. Всем пока, играйте в немецкие симуляторы, ожидайте новинки, я буду стараться их помещать. С вами был Игорь.